Из каждого региона, а также городов Ашхабад и Аркадак по 5 картин, нарисованных детьми до 14 лет, были выставлены в выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана. Все они участвуют в конкурсе «Мы – счастливое поколение Родины с Аркадак Сердаром», организованном молодежной организацией Туркменистана имени Махтумкули под эгидой благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердумухамедова. Аркадак шахи, батан шахи, муннахас, лоли, арахла, дулак, биллили, дарили, аркадак, зарк, шахи, бах, нанесилек. Конкурс проходил в 3 этапа. На первом были отобраны 50 лучших работ из вилаятов и городов Ашхабад и Аркадак. Прошедшие во второй этап и уже из них группа жюри отобрала 35 лучших. Юрдмадан эхли кунжоунен. Бактияр Чагалар, мы катнашмы в Бидихаф, бегаем на Рдите, бегаем на Дюрджилкаде, мы на Шун Кунде, Шул Бехлеш, имя Нагдаволик, мы на Шул Рунгарафанна, Чагалар, мы на Пикрлере, Чагалар, мы на Гарайшлере, Шул Идиан Ишлене, Ватан Сиашлер, Тане, Билле Мекколер. Сама выставка явилась финальным этапом конкурса, где зрители могли посмотреть все картины. Из них будут выбраны обладатели первого, второго и третьего мест от каждого региона Ашхабада и Аркадага по 4 номинациям. Первая – достопримечательности моей родины. Вторая – наши национальные праздники. Третья – спорт, здоровье и воодушевленность. Четвертая – пусть будет мир во всем мире. Аркада Сердарлы Ватанын Бахтияр Несиллери атлы сурат бәзлешігіні қатнашмак менің пайыма дүшті. Мен мұна бұрсанчымың чәрі ек. Менің чекен сурадымда шадиян чаралар бар. Ақ шехерім Ашхабадың гөзел биналары бар. Қахриман Аркадамза, Аркадалы, Қахриман Сердарымза, чага юреемінен көп сау болсын айдай. Итого 21 призер, определенный жюри, будет награжден 1 июня в Международный день защиты детей во дворце Маслахат.